В России полным ходом идет массовая вакцинация от коронавируса на добровольной основе. Задача номер один – к осени 2021 года у 60% населения сформировать иммунитет. А для того необходимо привлечь как можно больше внимания граждан к этой процедуре. Во всех регионах страны, в том числе и в Тверской области, развернута масштабная информационно-просветительская кампания. Прозрачно и открыто жителям рассказывают обо всех тонкостях проведения вакцинации. Своим примером те, кто уже в числе вакцинированных, многодетные родители, журналисты, чиновники и в первую очередь медики показывают и доказывают безопасность и необходимость прививки. Как показывает практика, обратная связь есть. На сегодняшний день благодаря этой работе удалось привить 10,5 тысяч жителей Верхневолжья. Тему продолжит наш корреспондент. Вакцинация в Тверской области набирает обороты. Часть привитых и вовсе уже завершили полный цикл вакцинации. Прививаться приходят целыми семьями, рассказывают врачи. Мама троих детей Ольга Максимова, ее супруг и свекровь все вместе привились от коронавирусной инфекции в Тверской поликлинике номер 7. Многодетным семьям всегда готовы помочь записаться на прививку в районных отделениях «Мой семейный центр». График работы можно уточнить на сайте регионального министерства демографической политики. Я многодетная мама, и сегодня я сделала прививку от ковид, чтобы обезопасить себя и своих близких от этой страшной болезни. Прививаться публично для Ольги значит показать и доказать остальным своим примером безопасности и необходимость процедуры. Те побочные явления от прививки не так страшны, как тяжелое течение этой инфекции, уверена женщина. Ее слова подтверждают и врачи, и министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов, который сам работал в инфекционном госпитале. Мы сейчас видим, что она работает, что результаты действительно есть, и у вакцинированных не развивается вот это тяжелое осложнение. И мы сейчас, конечно, и сами привились, и рекомендуем, конечно, всем. Я прививку после от пневмокока перенес гораздо тяжелее. Здесь я перенес гораздо легче. Небольшие были проявления, такие простудные, как будто небольшие простуды. Но все быстро прошло. Такие же симптомы отметили у себя и журналисты телеканала «Тверской проспект», которые также прошли вакцинацию. Ведь сотрудники СМИ в группе риска. Температура, небольшая слабость – это все недомогания, которые ощутили коллеги после первого укола. Через пару дней все побочные явления бесследно исчезли. Корреспондент и ведущая Валерия Королева уже прошла полный цикл вакцинации. Она отмечает, что после второй дозы спутника никаких побочек вообще не было. Я первый телевизионный журналист Твери, который привился. Я сделала это публично. Я опиралась на рекомендации врачей, с которыми мы часто общались. Это медики, работающие в красной зоне, которые привились еще в рамках эксперимента. Глядя на меня, привились мои родные, в том числе и начали прививаться коллеги. Это надежная профилактика, которая работает, которая будет работать. Глядя на примеры коллег в действии вакцины, теперь уверенный корреспондент Наталья Чекет. Первый укол она получила всего пару недель назад. В ее случае вовсе обошлось без повышения температуры. Наша профессия предполагает работу с людьми, постоянное взаимодействие. И чтобы обезопасить себя, своих близких, ну и, конечно, окружающих, я решила сделать прививку. Сейчас у меня только первый этап. Я сделала первый укол спутника ВИ, но ожидаю уже следующий в ближайшее время. 21 день между прививками. Мне сказали поберечься. Поберечься значит не заболеть, носить маски, пользоваться антисептиками, не переохлаждаться и не заболеть ОРВИ. Напомним, что иммунитет формируется только к 42-му дню после первого укола, потому не стоит торопиться отказываться от средств защиты. Ведь чтобы смело бросить маски под ноги, необходимо привить около 60% населения. Сейчас в регионе создаются все условия для этого. Кампания по вакцинации набирает обороты. В ближайшее время показатель вырастет до 2000-2200 ежедневно вакцинированных, отметил губернатор Игорь Руденя. Пока в регионе работает 30 прививочных кабинетов при районных поликлиниках и больницах. С 10 февраля организуют еще несколько, а в тех районах области, где их открытие не планируется, будет работать выездная бригада. Кроме того, мобильный прививочный кабинет привьет граждан, проживающих в социальных учреждениях и работников предприятий с коллективами свыше 100 человек. Рассматривается вопрос о вакцинации ветеранов на дому. Задача наша до 1 июля привить 600 тысяч населения, это где-то будет 60%. Закуплено морозильное оборудование, везде расставлено, прописан алгоритм действия. Но в этих прививочных кабинетах постарались сделать, чтобы две смены, то есть чтобы она работала с утра и до позднего вечера. Пока прививка противопоказана людям в периоды обострения хронических заболеваний, беременным и лицам до 18 лет. Рекомендуется воздержаться тем, кто недавно переболел коронавирусом. Получить вакцину сейчас можно в прививочных кабинетах при районных поликлиниках или больницах.
Так как их количество увеличивается, то следить за актуальной информацией лучше на сайте регионального Минздрава. Там же есть телефоны для записи на прививку. Это можно сделать еще через госуслуги и электронную регистратуру. А на все возникшие вопросы ответят квалифицированные специалисты горячей линии 8 800 333 93 72.